Как ты мог вчера целовать мою жену? Ты знаешь, я и сам этому удивляюсь. Ты чего весь в синяках? Да вот, бумеранг нашел, от него и синяки. Да, выкинь его нафиг. На, попробуй, сам выкинь. А кто это сделал? Милый, а чего это ты стоишь у окна? Да вот, думаю, прыгнуть или закрыть. Да ты не переживай, прыгай, а я закрою. Вам кто-нибудь говорил, какая вы умная? Нет, вы будете первым. Не буду. Ты кем работаешь? Электриком на заводе. И сколько получаешь? А это смотря какой грунт. Ой, Сёма, они так и конфисковали всё, что нажито мной честным трудом. А остальное? Остальное, слава богу, не нашли. Любимая, когда я вижу тебя, у меня вырастают крылья. Осторожно, здесь 9-й этаж. А ежи? Простите, а почему толстым нужно место уступать? Я что-то не понимаю. Опустить центр массы, чтобы автобус на повороте не перевернулся. Ты не скучала? Нет, дорогой, я провела эти часы в обществе Вильяма Шекспира. Я вижу, он забыл съесть свою шляпу. Да ты успокойся, я тебе говорю. Петрович, 100 грамм это много? 100 грамм утром это немного. Но если поздно ночью после 3-й бутылки... Милая, скажи честно, сколько у тебя было мужчин? 3. Честно? Не врешь? Честно? 3. Богатых, умных и красивых. А остальные? Остальные так себе. В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные. А мне Москва нравится. Почти половина жителей понимает по-русски. Доктор, слух прошел, что у вас в поликлинике будут выдавать лекарства бесплатно. Проблемы со слухом, это в соседнем кабинете. Подписываемся, кликаем на колокольчик.